Сегодня в центре нашего внимания национальный отбор международного детского песенного конкурса «Бала Тюрквижн» и открытие звездного дома «Бубек». Региональные кастинги «Бала Тюрквижн» состоялись во всех областных центрах Казахстана. В кастинге приняли участие более 2000 детей, среди которых были отобраны полуфиналисты. Я пою с 10 лет. Как только узнал о конкурсе, решил испытать свой шанс проявить себя. Благодаря конкурсу я познакомился с ребятами из разных городов нашей страны и со многими уже подружился. Мое желание выиграть конкурс «Бала Тюрквижн» и представить Казахстан уже на международном уровне. В течение 2 недель в звездном доме «Бубек» победители 16 отборочных туров, а это сольные исполнители, дуэты и трио, будут учиться вокалу, хореографии и сценическому мастерству. Каждому конкурсанту подкреплен наставник. Это молодые казахстанские артисты, которые будут помогать, направлять и поддерживать юных дарований. Этот конкурс, «Бала Тюрквижн», он дает большие возможности для детей, которые находятся, ну, то есть, не только в Алмате и не только в Астане. По всему Казахстану был отбор, отборочный тур. И мы специально ездили в Карагандинскую область. Я отбирал там своего подопечного. Главная идея проекта Алии Назарбаевой – выявление и поддержка одаренных через мир казахской музыкальной культуры, создание совершенно новых, ранее нигде не звучавших песен на государственном языке для самых юных жителей нашей страны. Всем участникам детского конкурса «Тюрквижн», нашим дорогим деткам, я хочу пожелать, конечно же, в первую очередь, удачи. Удачи им, их родителям. Я думаю, что все дети достойны, все очень талантливы. Они уже попали в финал, значит, они избранные, да, скажем так. На одном конкурсе жизнь не заканчивается, она продолжается. У каждого из них впереди много всевозможных конкурсов, испытаний, как жизненных, так и творческих. Желаю им не сдаваться никогда, верить в себя, в свой талант и слушаться, конечно, своих родителей и наставников. Главным итогом отечественного конкурса станет создание коллекции новых детских песен на казахском языке, которые будут подарены всем детским садам и школам. А победитель национального отбора «Бала Тюрквижн» Казахстан будет удостоен права представить нашу страну на гранд-финале первого международного детского песенного конкурса «Бала Тюрквижн». Эльвира Конопьянова, Ильхам Аюпов, Жанна Крупп.